63-летним опозданием, но мы начали внедрять пластик в наше отопление. Слава богу, что у нас есть представительство лучшее, и слава богу, что они привезли к нам Хайерскрафт. Технология, проверенная годами, наконец работает на Магнитогорск. Компания «Водомер», представитель в Челябинске, Тюмени и Омске, вам предлагает использовать пластиковые трубы Хайерскрафт. И сегодня два специалиста с высшим образованием, один из которых практически кандидат технических наук, вам объяснят, насколько это удобнее. Конечно. Сегодня и сейчас мы вам показываем то, что делает компания «Водомер». И она вам показывает идеальный вариант суперпластика. К сожалению, мы немножко догоняющая нация, понимаете? Все давным-давно уже пройдено. Везде и всюду уже все идет через пластик. Уже все забыли про металл. Вы даже не понимаете, о чем идет речь? Я немножко расскажу из другой оперы. В свое время была сделана такая замечательная машина, как Chevrolet Lumina. Минивенчик такой. Он был сделан из пластика. Это было достаточно давно. Ну, мягко говоря, достаточно давно. И эта машина до сих пор хорошо ездит. И тот, кто производил машину, сказал: а зачем нам такая машина нужна, которая не будет никогда ломаться? Естественно, стали делать все из металла. Поэтому машины стали немножко другими, мягко так скажем. Но, тем не менее, есть люди, которые прекрасно понимают, что такое металл и что такое пластик сейчас. Вот оно то, что в магазине. Вот оно то, что стоит в свежеотремонтированном доме. С моей точки зрения, идеал. Быстро, красиво и долговечно. С прошлого года наша компания «Водомер» стала использовать трубы «Хайерскрафт» PN30. Это новые совершенно трубы, очень качественно выполнены. Значит, с прошлого года никаких нареканий по этой трубе нет. Значит, чем хороша эта труба? Она не подвергается ни коррозии, она очень хорошо выдерживает давление, температуру. Значит, рабочая температура у нее до плюс 95 градусов. Значит, это соответствует всем требованиям теплификации местных управляющих компаний. Поэтому, согласовав эту трубу с заказчиком, мы ее второй год используем. И люди откровенно довольны тем, что мы ставим именно эту трубу, а не металлическую, как раньше ставили, стальную трубу. Значит, ну, по двум причинам. Значит, ну, стальная труба, во-первых, монтируется в 5-6 раз дольше, чем вот эта пластиковая труба. Вот квартиру достаточно быстро сделать можно из этой пластиковой трубы в течение 4-5 часов. Итак, лучшая часть – это евроремонт. Недешевое удовольствие. Но евроремонт не переносил трубы. Они были из того металла, что мог бы служить. Но сегодня таких труб нет в природе. Но металл, извините, гниет. Не гниет пластик. Сделано было красиво, и вот как описывает переоборудование всего дома хозяйка. У вас евроремонт. Красивый, да. Качественный евроремонт. Хоть и на левом берегу, но все равно мне нравится эта квартира. Вот у меня у тещи была такая же квартира. Прямо один в один. И давайте все-таки объясним, что если бы, допустим, другая управляющая компания пришла и поставила бы вам не Хайерскрафт навороченный, вот этот заворот крутой, да, а поставила бы стальные трубы. Естественно, она варила. Вы представляете, что было с вашей квартирой? Здесь как, все нормально? Не, нормально, да. То есть абсолютно красиво и ровно делается? Да. И вам это нравится? Да. Ну, эта бригада мне сразу понравилась, да. Ну, они молодцы, хоть и молодые, но молодцы. Теперь вопрос о количестве. Количество всех труб. И это не десятки метров, это сотни. В переходниках нет зазоров. Они не напрягают ни холодную, ни горячую воду. Это сейчас идеал. Труб здесь достаточно много. Это не считая квартир, сколько в каждой квартире примерно метров по 20 трубы Хайерскрафт. Ну и плюс весь подвал и чердак тоже в трубе Хайерскрафт. То есть будем говорить, 18 квартир по 20, грубо говоря, если не больше, да, получается? Да. Так это получается здесь, ну, практически 500... Да, 600 примерно это метров. Это небольшой дом, по сути, событий. Да. А если мы будем говорить о большом доме, там как бы... Будем, ну, там уже километры такой трубы, допустим. Больше километров? Больше. Если, допустим, нормальный дом, ну, грубо говоря, на 100 квадратных, на 100, это не сильно большой дом будет, да?
Угу. То есть можно сказать, что в принципе это еще и реальная экономия, потому что в обыкновенных стальных трубах возникают проблемки. А в Хейнскрафте таких проблем не существует. Ну да, она, во-первых, не подвергается коррозии, эта труба служит по заявленной, значит, информации от завода-изготовителя не менее 50 лет. Ну и у нее пропускная способность гораздо лучше, потому что стальная труба, она менее, так скажем, по пропускной способности воды, она хуже, нежели пластик. Ну и в монтаже, самое главное, мы выигрываем в монтаже. Ну и люди, мы же делаем это все для людей. Соответственно, люди довольны этой трубой. Мы вот заходили в квартиру, женщина очень довольна, можем пройти в остальные квартиры. То же самое скажут, что люди очень довольны ремонтом. Металл ломается, естественно. Он не то, что ломается, его переваривают, понимаете? То есть, ну, представляете, да, что такое сварочная процедура? Сварочная процедура имеет определенную температуру нагрева. Температура нагрева и кипения – это выше, естественно, 1000 градусов. И представляете, вот маленькая штука вроде как бы сварилась, но это не есть идеал. То есть при большом желании, при наличии кувалды, это все разваливается по самой краю помидора. Что здесь? Здесь вы ничего не заметите, понимаете? Вы здесь ничего не заметите, потому что идет молекулярная связь. Вы знаете, мы медленно запрягаем, зато быстро едем. К слову о том, что учиться никогда не поздно. Я сделал трубопровод из пластика сам. Вы можете это сделать, используя специалистов лучших. Лучшие специалисты работают в компании «Водомер», которая работает не только в Магнитогорске, и Челябинская область, и Тюменская область, и Омская область. В этих местах вы сможете взять на вооружение трубы и переходники от Хайерскрафта и забыть о переделке на 50 лет, а может и более.